Недавно в Лас-Вегасе прошла ежегодная выставка потребительской электроники Consumer Electronic Show. Изобретатели со всего мира представили на ней свои новинки, о которых сегодня и пойдет речь. К примеру, компания Toshiba представила на суд зрителей реалистичного робота Chihiro Aiko, который, по словам создателей, вполне может, цитирую, «обеспечить по-настоящему искреннее общение». Изобретение двигается как человек, умеет радоваться и плакать. Такой робот может использоваться в сфере обслуживания или в больницах. Вот так и происходит вытеснение людей роботами с рабочих мест. А чтобы люди не впадали из-за этого в депрессию, для них придумали шлем MeloMind. Он считывает мозговую активность и отражает ее в виде музыки. Волны нашего мозга через Bluetooth передаются в специальное приложение, которое учитывает уровень стресса и выбирает одну из мелодий, чтобы успокоить нервную систему. А вот знаете, распечатать большое количество резюме в поисках новой работы после этого поможет принтер Zuta Labs. Маленькое устройство, напоминающее по себе хоккейную шайбу, перемещается по листу и печатает текст. Он полезен тем, кто намерен приобрести себе принтер, но не хочет, чтобы он занимал много места. Или же тем, кто постоянно находится в разъездах. Отдельное место на выставке было отведено интеллектуальным автомобилем. На пике популярности оказался концепт Mercedes-Benz F015, управлять которым можно будет при помощи взглядов и жестов. Сама машина оснащена множеством сенсоров, которые помогут ей двигаться, избегая столкновений с другими участниками движения. Руль в этом автомобиле тоже есть, но он будет использоваться куда реже, чем в обычных машинах, заверяют создатели. Селфи. Одно из самых популярных слов 2014 года. На замену пресловутым моноподам может прийти дрон Nixie. Он же поможет стать самым продвинутым селфиманом. Управлять устройством очень просто. Нужно всего лишь поднять руку, как дрон слетит с вашего запястья, сделать несколько фото и сам вернется обратно. У него есть поворотная камера с разрешением 1080 пикселей, благодаря которой вы сможете сделать самые невероятные селфи или снять про себя любимого видеоролик. Это были не все новинки CES 2015. Об остальных мы расскажем в следующих обзорах. Удачного всем дня! Пока!